А теперь о происшествиях. Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности на дороге. Малейшее нарушение может привести к непоправимым последствиям. Что и произошло на автодороге Славянск-Крымск. 8 февраля около 9 часов утра на втором километре трассы произошло небольшое ДТП, из-за которого на дороге образовалась пробка. Водитель «семерки» эту пробку решил объехать по встречной полосе. В результате опасного маневра практически лоб в лоб он столкнулся сначала с внедорожником, потом с «девяткой». В результате аварии пассажир «семерки» погиб. Еще трое людей с серьезными травмами доставлены в больницу. Причина дорожно-транспортного происшествия послужила как неблагоприятная погода, выразившаяся в тумане и легкой гололедице на автодороге, так и невнимательности водителя, который выехал на полосу встречного движения и совершил дорожно-транспортное происшествие. С начала года на территории района произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 7 получили травмы различной степени тяжести. Соблюдайте правила дорожного движения. Это сохранит вам и вашим близким жизнь.